состоять из нескольких разных частей. И каждый из вас, посмотрев это видео, сможет решить, это научные эксперименты или просто трюки. Итак, начнем! Для первого опыта надо приготовить пластиковую бутылку и воздушный шарик. Поместите шарик внутрь бутылки и верхнюю его часть закрепите на горлышке. А теперь надуваем шарик и наблюдаем, что происходит. Как видите, шарик надут и не сдувается, хотя ничто ему не мешает это сделать. Можно подумать, что я удерживаю воздух в шарике силой мысли. Может, я джедай? По желанию я могу заставить шарик сдуться. Конечно же, я не джедай. Есть одна хитрость. На дне бутылки нужно сделать небольшое отверстие. Когда вы надуваете шарик, отверстие должно быть открытым. Через это отверстие шарик при надувании вытесняет воздух. Когда шарик надут, незаметно закрываем отверстие пальцем. И образуется вакуум, который и не дает шарику сдуться. Для следующего опыта приготовьте спички, а точнее спичечный коробок. Как вы думаете, можно сделать так, чтобы из пальцев шел дым? Сейчас и проверим. Для этого от коробка нужно отсоединить эту часть. Нам нужно тонкий верхний слой отсоединить от бумаги. Переворачиваем коричневой стороной вниз и поджигаем. И помните, опыты с огнем проводим только под присмотром родителей. И соблюдаем технику безопасности. На тарелке образовалась смола. Теперь нужно выкрутить два пальца и начать растирать. После опыта помойте руки и проветрите помещение. Для третьего трюка приготовьте соду, уксус и свечу. Сейчас мы проверим, можно ли пустым стаканом погасить свечу. Для начала ставим свечу в стакан. Далее в бутылку насыпаем соду и добавляем уксус. В результате происходит химическая реакция. При этом выделяется углекислый газ. Этот газ тяжелее воздуха, поэтому его можно переливать. После этого поджигаем свечу и исполняем трюк. Далее наклоняем бутылку над стаканом. Теперь в стакане углекислый газ. Так как углекислый газ не поддерживает горение, свеча гаснет. Ну и все, всем пока! Да пребудет с вами сила!